Ароматный, вкусный, прославленный хлеб Нижнекамска. Секрет успеха в рецептуре, проверенный годами. Наш хлеб производится по традиционной технологии, соблюдением ГОСТов. С момента начала замеса опар и до получения первой булки из печи проходит 7-8 часов, что позволяет получить хлеб достаточно высокими вкусоароматическими свойствами. Хлеб производится по традиционной технологии. В этом году Нижнекамский хлебокомбинат отметит свой юбилей. Уже 50 лет он радует покупателей своей продукцией. За один день здесь производят тонны хлеба. Один из последних этапов – упаковка. С недавнего времени на ней появился логотип к столетию ТСР. Мы откликнулись с большим удовольствием. И уже с 1 января, с начала января, мы начали использовать стикеры «Столетие Татарстана». То есть мы поддерживаем нашу республику, мы гордимся, что мы живем в этой республике, что мы, наш завод – это тоже часть нашей республики. За этот логотип Нижнекамский хлебокомбинат первый в городе получил сертификат столетия ТСР. Вручается он промышленным предприятиям, активно использующим знак юбилейного года в маркировке своих товаров. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, новости НТР.